Одна, да? Да. Берется карточка? Любая голубая? Любую голубую карточку. Там написан вопрос. Читаем. Слух. Пробовали ли вы мясо животного, которого не принято есть? Какого? Голубь. Это когда было? При каких обстоятельствах? Подростковый год? Подростковый, когда кушать было нечего. Слушайте, это реально? Из-за того, что кушать было нечего, все-таки не было никогда, вот, мне кажется, даже вот в какие времена так могло быть? Ну, скажем так, не то, что совсем не было кушать, но... Захотелось птицу. Могу сказать, что такой огромный, мясной... Мягко вкусно? Вкусно. На что похоже? Похоже на курицу? Похоже. Да. На утку даже. А утку-то я люблю. Хороший совет я услышал от Александра Ревы, кулинарный. Так что вы меня извините, это был только один голубь. Я больше с тех пор голубя не трогал. Да и, собственно, не я его как бы лишил жизни. Решил отмазаться. Я охота не моя тема. Верю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Доброго воскресенья вам, друзья. Недоброго воскресенья вам, недругим. Прочитал сейчас в «Комсомолке» интервью с отцом Александра Ревы. Тот жалуется, что сын не помогает ему, и сын отказывается приезжать в родной Донецк. Оказывается, потому что он друг Владимира Зеленского. Его не пустят на Украину, если он будет приезжать на Донбасс. Ну, не знаю, все-таки он за выступление, я посмотрел, период от 30-35 тысяч евро, деньги приличные. В общем-то, отцу-то мог бы и помогать насчет отказа приезжать в Донбасс. Ну, мы же знаем, что они все отказываются приезжать. Ну, за исключением, не знаю, Лепса, еще 2-3 человек. Так что здесь Александр Ревва не исключение из правил. Александр Ревва – это правило. Я, кстати, лет, наверное, 10 назад с ним беседовал. Не помню, говорил ли с ним про отца. Про маму точно говорил. Она какое-то отношение имела к шоу-бизнесу. Ну и да, про бабло и про славу вы с ним говорили. Бабла и славы стало у Александра еще больше. Ну что, у него, я посмотрел, намечаются выступления в Турции. Будет перед туристами выступать, не знаю, перед нашими или сведомыми. Ну, в Монако, разумеется, в Монако. Ну, а в ноябре в Крокусе Москва ждет.